Всем привет-привет! Сегодня гуляем по русской базе. Netcost Market. В общем, здесь очень много продуктов из Молдавии, из Грузии, из Армении, из Польши, не знаю, из России, из Украины. Ну, вообще, со всех наших бывших республик и не только. Болгарских очень много продуктов. Вот колбасы всякой много, сыров очень много. И развесной, и неразвесной. Короче, очень крутой магазин шаговой доступности от нашего дома. Хлеб по нашим технологиям выпекается. Вот. Вот селедка всякая, рыба, сельди в оси. Вот филе сельди в масле и без масла, и что хочешь. Короче, мы тут живем в России, прям в маленькой России. Ну, это я так называю, неправильно я называю, просто вот в таком, в своей культурной среде живем. Сыров всяких много у нас тут. И цены разные, приразные. На любой карман можно купить. Даже перечислять не буду, потому что это бесполезно. Вот упаковочка, начиная от 3-4 долларов и заканчивая 13 долларами. У кого какой карман, кто чего любит. Вот, так что вот такой у нас тут это культурно-промышленный слой. Вот тут рыба у нас. Всякая разная рыба. Рыба, конечно, подороже. Паунд 11 долларов, 12, 16, 24. Но, по крайней мере, эти цены для нас доступны. Эти цены для нас доступны. Свежая рыба. Короче, очень даже хорошо. Вот, даже есть, естественно, скумбрия холодного копчения, моя любимая. Но это Хайфа, это уже израильские продукты. Вот. Вы все скажете, по еде, да по еде. Ну а как не по еде-то, если семья большая, еда улетает быстро, готовить особо не хочется. Хоть мы с Ирочкой что-то и сами готовим. А раз купил сегодня, дети придут. Внуки, я имею в виду, придут. Мои внуки, а Ирочкины дети со Скотом. Поэтому вот сейчас готовенько купим, да и все. Так, отец. Тут такой выбор огромный, боже мой, чего готовить? Мы только начали, да. Окей. Грейсочка наша очень обожает всякие разные грибы. Вот сейчас мы возьмем грибов всяких ассорти. И она будет довольна, я думаю. Green borscht, это может быть из щавеля. It's like sour grass. It must... Maybe from spinach a little bit, I don't know. Yeah. But sour grass is like a original, yeah. Так, ну что? Блинчики. А вот в контейнерочке, вот в эти баночки, я думаю. Вот в эти, да, может быть, я 3 возьму. Ты будешь самую лосольную? Вот, ну, одну штучку на меня возьми, я что-то их... Ты хочешь, Грейс хочет. А, бери, конечно. Сколько тебе надо?
всех сделайте. А, да? Да. А, окей. Надо их все потом как-то в пластик поставить. Угу, хорошо. Так. Что там, мы потом упакуем, да. И... Сейчас я. А это я купила эти самые vegetables, оладушки vegetables. Сметанник. Идеал. Идеал. Я сметанник из Айракуме. Достаточно, да? Delicious. Mix pastry. Окей. А вот какие с грибочками пироженки. Ой, какие хорошенькие. Вон мини-пироженки какие. Добрынинские мини-пироженки. Вот торт сказка. Короче, будем худеть. Будем худеть. Вау! Будем худеть, ребята. Тут даже можно тапочки купить. Наш стайл такой. Тут чаи всякие, кофеи, сладости. Вот Ахмад Ти, например, вот такой. 100 пакетиков, 6,99. Тут же можно посуду купить, чугунки всякие, пиво, воды. Вот, а мы идем к сладостям. Мы идем к сладостям. Тут молочные продукты. Короче. А если их смешать, сколько они тогда? По какой цене они продадут? Давай не будем смешивать, как они просят. Мне хочется вот по одной конфетке все сделать, но. Да. Вот наконец-то мы к тортикам подошли. Сегодня дети придут, и будем их встречать. А, вот эти, да. Вот, да, выбираем десерт. Black Forest? Okay, let's do Black Forest. Это королевский. You know, they all look delicious. I don't know which one. Эклерчики. Грильяж. Хочу сказать большое-большое всем спасибо за ваши добрые слова, за поздравление в адрес Грейс в ее день рождения и в мой адрес за добрые слова. Я очень-очень вам благодарна и вам взаимно желаю, чтобы все у вас было хорошо. Все в наших руках. Но пасаран. Так, это фабрика Рошен. Смотри, каракум они делают. Каракум. А, вот эти вафельки неплохие. Ты знаешь, я конфеты-то особо не люблю, Ир, ты знаешь. С каких-то пор ты конфеты не любишь? Не-не-не, я не увлекаюсь. Ну, давай сейчас выберем. Сейчас. Сейчас, Ира, сейчас. Во! Набрали. Так,
Ты там посмотри, а я здесь. Отлично. На кассе сейчас мы сделаем большую пробку. Какие хорошенькие зверюшечки. Хорошенькие. Вот они, наша ласточка, которую мы больше любим. Ага. Красный октябрь. Красный октябрь. Вот эти маки уберу, а сделаю. Давай. Вот это вот Аленка. Вот ромашка. Вот это. А, Аленка, да. Да, окей. Вот эта классика пошла в ход. Да, я вчера была. Гордон. Все, идем у кассу. Идем у кассу. Так, а что-то мы с тобой хотели в кассе. Какую кассу ты хочешь, мама? А в любую. Закупились. Выходим. Oh, thank you. King. Яичко.